114 школы с большой любовью изучают историю. Сегодня очень интересный урок. Здравствуйте, ребята. Здравствуйте. Садитесь. Ребят, вы, наверное, все видели картину Александр Невский. Все. Давайте сегодня немножко повторим, вспомним об этой эпохе, о событиях, которые происходили. Где же был князем Александр Невский? Ну, Нина, вот скажи мне. Александр Невский был князем в Новгороде, очень богатом торговом русском городе. Очень хорошо, садись. Какая была большая битва во времена Александра Невского? Юра Брей, скажи. Во времена Александра Невского была еще большая битва на Чудском озере с немецкими рыцарями, так называемое ледовое побоище. Ну? Ударили полки левой и правой руки, и от такого стремительного удара немцы перемешались все и побежали. Александр Невский преследовал их до границ своих владений, а потом, возвратясь в Новгород, говорил новгородцам, что русская земля существует, пускай об этом знают все, и что пускай к ней идут гости, но когда кто с мечом в нее войдет, тот от меча и погибнет, на том стояла и стоять будет земля русская.